Структура регистрирует, что происходит ядерная реакция. То есть реактор запущен, ожил? Да. Первый физический пуск у установки правого борта. Центральный пульт управления – это мозг ПАТЭС, почти такой же, как на обычных АЭС. Системы безопасности продублированы несколько раз. Все штатные и нештатные ситуации многократно отработаны на суше и в лабораториях. Поднять решетки. За пуском реактора следит группа передовых российских ученых, физики из конструкторского бюро имени Африкантова и легендарного Курчатовского института. Сергей Костюков. За плечами больше 44 лет в атомной энергетике и 60 запусков. Новая активная зона применена, которой раньше так их не было. Поэтому достаточно все надо делать аккуратно и осторожно. Реакторный отсек, или, как здесь говорят, машина, сердце ПАТЭС. Два реактора способны выдавать 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы осветить и обогреть город с населением 100 тысяч человек. Это безусловный прорыв в атомной энергетике малой мощности. Россия первая, которая получила эту технологию. Поэтому у этого продукта очень хорошие перспективы. Один из отсеков построен, чтобы безопасно перегружать ядерное топливо из хранилища в реакторы и обратно. Работать ПАТЭС будет автономно. Доковое обслуживание раз в 12 лет. Пришвартовавшись в Певеке, академик Ломоносов заменит Билибинскую АЭС. В порту Певек уже готов специальный причал. Потенциал ПАТЭС выше, чем сегодняшняя потребность в Певеке. Но Певек – это большой узел, и ПАТЭС позволит своей мощностью обеспечить развития этого региона. Расчетный срок работы ПАТЭС 40 лет. Она будет снабжать теплом и электричеством весь северо-восток Чукотки. 5 золотых приисков и стратегически важный для развития Северного морского пути порт Певек. Работа станции покажет, сколько еще плавучих энергоблоков необходимо стране и миру. Интерес проявляют страны Юго-Восточной Азии и Африки. Физический пуск реактора состоялся, впереди еще испытания, но после небольшой технической остановки в Мурманске Россия отправит на Дальний Восток первую в мире плавучую атомную станцию через весь Северный Ледовитый океан в порт Певек на Чукотке. Путь займет меньше месяца.